Пока только показы. Первая минутка.
И затем вторая минутка, добавляем левую ручку полностью во всех ее проявлениях. Левый в атаке, левый на выходе, левый в контратаке, левый боковой, левый по печени. Одиночные четкие удары. Поехали. Первая минута чисто собранной стоечкой ножки и продергивание. Да, да, мы дергаем не руками, а дергаем туловище. Как? Глазами дергаем. Thank you.
вами, чтобы никого не трезать. Вы посмотрите чугун, ваши ноги желают лучше. Вы кроме молодого человека, это у вас очень низко ноги. Так вы положите, пяточки или то. Вы ставьте, вы как ходите там. Это же естественно. Вы идете, у вас смотрите, что происходит с собой. Видите, как идет слегка, пяточки. Вы когда двигаете, вот положение. У вас натянутые должны быть ноги. Лучшее передвижение трех человек. Вы же. Руки раздавал.
стой! Я вопрос ответил, что? А я, Игорь! Его прочеловек!
крутим. Сейчас мы ваше ложное движение зацепим. Ложное, потом съем, получилось. Ложное движение, и у вас передняя рука. Живот на выдох, голову на выдох, голову на выдох. Ты умер, брат.
Еще одна полный стойки. Оп. Ставьте разрыв полтонага. Ha ha ha!
Thank you.
Thank you.
спина. Вона лягла по дворі попалася. Воно так перевернув три рази, але спина. Рука передня була. Ти, ти. Та мало був такий щось, там какой-то дав, там в конце уснув. Бил гаптал, один, второй, он его срезал. Такое было, я слышал сколько раз, такое справа было незаметно. Смотри, что делать. То есть нужно, чтобы услышать какую-то вещь, внимательно слушать. Ну, стрельников, к примеру. Ну, тоже песня такая, что он... Да. Что, мешок там занимаешь еще? Подпусти руку. Там была просто такая филигранная работа передней руки, что там вообще некогда было смотреть, что сзади разговаривали. И когда человек уже привык к этой передней руке, да! Справа, и человек сел. Ну, пересмотрите просто, это настолько шерзвально. Вячеслав Левич, олимпийский чемпион, это утёк. Да показывали еще раз, но это нужно повторять. Вы были на каком-то уровне развития, понимания, потом в следующий раз посмотрел, по-другому смотрел. Будет пересматривать, что выиграл, потом пересматривать, что проиграл, смотришь, что не выиграл. Как бы с Пенковым. Тут знали, что выиграли. Там было справа, было отсюда и себя. Потом, начали тренировать, и как у тебя лучше получался, чем когда ты тренировал. То есть чувство было такое, что как в холм попал. А как начали бить, и не получалось. Здесь Рестефа сейчас удар передний на скачке. Вот живой человек, вот живой человек, вот живой человек. Вот взрывной. Этот взрывной голос что ли. Здесь еще не открылись. То есть смещение, это очень классный удар. Это когда армяне выходят, они сейчас будут на свежке удар. Как раз какой-то это, да, момент таким, наверное, школы. Но азербайджанцы на этом самом, на Украине, Thank you.
это все сделать? А не прямо линейно надо туда идти. Посмотрите, если прямо линейно, знаете что? Как далось? Ну он не туда падает, а сразу. Нокауты, люди падают вперед. Или вот назад, вот вправо, влево, скручиваются. Там выключают ноги, тайм и все. Один чудак нокаут сыграл, это хорошо было с Атабанией, что у вас. Трандофибло. Там смотрели, это он подыгрывает. Я говорю, нифига себе подыгрывает. Как ему пытались сказать, ну так артистично, если он подыгрывает. Говорю, так он от него. Да, у меня такая ситуация была, повожу я пацана. Ударили его туда. Я все, хорошо, больница. Ему раз, он два, три, четыре, пять, вот, стоп. Стоп. Я ударю его. Заткни.
Да. Выберите любого. Я так и думал, вы не зрите. Кто? Да шучу. Нет, ну просто тот человек, который там, что вообще никогда не было.
он выживает в сильней стали. Я со своими противниками в зале, я его писал как он сильный, говорит, с тобой классно. Высокий пацан, такой, я ему такой по животе, говорю, что по ним защищать, там еще что-то там. Он начинает защищать и начинает на меня попадать. Я начинаю ему что-то еще там это, придумывать интересные варианты. Опять что-то подсказываю, опять совершенствую. Я очень классным боксером стал играющим, в принципе, не выступающим. Я там с ним боролся. Ну такой это достало, что они уровнем меньше знаний. А я как раз весом 60 кг гонял на всех. Потом, как бы закончил свое выступление, они уже под экипели, я уже не занимался. Ну пипец, я всегда был маленький, все время кто-то гонялся. Сколько лет? 60? Я до 30 лет 60. Что? Это помощь? Тоже 70. Ага. А при чем тут 200? Что, знаешь, такое достоинство твоей невесты, она весит 46 килограмм. Нафиг тебе нужно, чтобы сколько она весит? Просто как она тебя любит, как тебя уважает, как ты ей помогаешь. Родители там такой высокий. Классный высокий, и шо? Ну, да. Пожопи тебе, блин, такой. Бросил тебе кость какую-то. Да я не в этом, не бросишь дело, а просто как отношение, как вы это тоже не работаете. Ну, это из вариантов, чтобы вам было определение, делайте нормальные дела, а то же получится. Оно возвращается нормально. Сейчас люди, которые встречают, там, блин, чуть там не кланяются, они то самое такое с подругой, просто жопа. Что такое? Чего так идет? О, здравствуйте, там, та-та-та-та. В кафе сижу, это, такой приносят это, мороженое. Я своей даме сижу, говорю, ты что заказала? Нет. Говорит, я думал, ты заказал. Тот ученик мне уже говорит. Я просто прикол какой-то. Просто поздоровались вот на этот зал. Это же вы же тренируетесь, вы есть учителя, которые цветы принесите, уважаю, там, это, которые не такое, но сделайте, чтобы он таким. Ну, посмотрите с точки зрения учителя. Вот приходит, она такая, что-то пытается рассказать, да? Что бы вы сделали? Я говорил по этому поводу, нужно вместе с учителем рядом мастер спорта по рукопашному бою. Тут шла учитель такая. Мастер спорта по рукопашному бою. По печени, лопчики, подсечки, лычки. Такой, хоп, сел нормально. Дальше такой. А так просто вы их выкумаливаете, они толстые становятся, давление шидет. Что это так? Ну, и потом ваша жена станет учителем, будет вам плакать. Ай, вот он, вот он. А потом сын родится, говорит, кого он такой, бегает, прыгает, там. Кого? Папу, говорит, кого? Дочку, маму. Значит, смотрите, если вы бьете прямой удар, желательно сбоку, потому что дынь, защищает слово. Если это, такого привыкли, отсюда ударить, сюда не ударить. Значит, голову показывать тяжело ударить. То есть заобразие этих винтов всевозможных. Это для противника, да и вообще просто тактический момент уже продолжил. Чтобы чего я начинал, почему я шел. И вот эти удары, когда он уходит, и только по голове, только по голове он бьет. То есть 1% сказал, что он бьет живот, а какой там один. Вообще нет. Ну это какой-то странный люди. Скажи, что это вот решаем, это зовет. Я себе голову спрошу. Ты как детского сада. А если голову хорошо получается? Смотрите, если человек получает очень хорошо голову и не упал, что он делает? Он ее прикрывает. Что нужно сделать? Голову показывает по пузу, как дал. Что у него происходит? Боль туда смещается. Ну ты ему голову контролируешь. У нас в Спартаке был Жигал Андрей Владимирович. Он сейчас живет в городе Надым. Ему где-то под 60 лет. Это север России. Он выходит на Макаре Мазая, Кадетюсюком. Такой тренер, Николай Кадетюсюк. Тренер Музалёв. Жрал он уша. И он такой, смотрит, он по печени. Ушел, он подходит. Жрал он, так стоит. Выходит, показывает по голове, руки поднимает. Как дал по печени, там такой аут. Ну мы как вы вежливо. Проверженники Спартака, Журнала какая-то. Тренер Музалёв. Это тренер Музалёв. А там Музалёв надо говорить? Ну, на обучение было 12-10. Но я его видел, хотел поговорить, в Воронке видел, думал, сейчас он восстанет. А? Живёт.
все как бы болеют, и как нуждаются. Сейчас легкий удар, чтобы пересидеть. Приготовь. Легкий. Нет, сразу. Интересный. Он устал. Руки выше, шланг. Я считаю, что я убрал. Я умел бы жить. Потребовалось, чтобы кушать. О, это финал. Это киргизский.
я судил как раз в Риге, и Киргиз после меня. Я потом приезжаю на три соревнования, ну как его знал, первый знал. И бой такой был, я город не мог запомнить, Пернау. Ну такое название такое. Между двор находится, его потом смыло. Thank you.
Урок. Yeah.
Если вы где-то бродите, он это самое ждет, он покажет, в угол идти. Вы можете... Ну ты красавец, я говорю, в общем, 99% все не знают, что делать. Бегут туда, бегут туда. Время восстановления у вашего соперника увеличивается. Нет. Пока ты не... Если ты пошел в угол, то считай. А если ты что сделал? Тормози, бегаешь, он ждет, пока ты... Давай, берем тебя, ты не сиди, там ему показывай, считай. Нету такого любителя. Просто судья, мы должны это понимать. Зато они еще приехали на чемпионат мира в Баку, человек 18-18 лет не знал, что карту показывать нельзя. Говорит, что баран. Стою в душевой, человеку фишку добили. Он как шмаркнется, я говорю, ты че, баран? Такой открывается, говорит, жум, растет шишка такая. Я говорю, ты что не мог сказать? Это не говорится 18 лет. Когда вы получили синя, и резко дергает, и у вас это самое, фишка вот это начинает расти. То есть паз такой сосудом, или что там, мусор там, или нужно вот так. Не надо это резкое движение делать. И по жизни резко не надо такие движения. Когда у тебя оторвалась бы нога, или рука. Просто прополазки, да нет, ну я когда все нормально, спокойно, а никак, просто не дергай резко, просто у тебя это самое. Сразу. Раздавливают это дом, раздавливают эти бери. Да? Против третьего да. Да нет, ну это не сильно. Несколько под схемы. Он появится на коробке. Кто не нокаутировал бог, а кто не нокаутировал 100%. А кто 20? До 20 уже сейчас сказал, что кинул отдыхать.
скакал. Вот скакал.